как тебя зовут? Кристина. Сколько тебе лет? 6. Слушай, у тебя очень классное было выступление, мы смотрели, просто зажгла. Сколько ты готовилась? Сколько ты занимаешься? 2 года. 2 года. Художественная гимнастика? Мы и растягиваемся, и в тренажерку ходим. Ну, нам очень понравилось твое выступление, мы желаем тебе успехов. Кто придумал такой классный образ? Марина Александровна. Марина Александровна там звездочек маленьких готовит, да, по фитнесу? Да. Что, мы тут встретили девочек из Красноярска? Привет. Здравствуйте. Вовк уже почти как бренд. Вообще. Когда вы ходите? Сейчас пойдет до 12 категории, потом мы. Я посередине категории. Как настрой? Боевой. Но таких длинных ног, я думаю, ни у кого нет. Почему нет? Со мной еще одна стоит. Разрушать очень просто. Овладеть этой практикой может любой. Возбуждением острым. Хищники отличаются от святых. Ты боишься вопросов. Ты не веришь тому, кто рядом с тобой. Ослепляющий звездно. Пустота привлекает таких же пустых. Привет, представься, пожалуйста. Меня зовут Алина Лукашина, я выступающая спортсменка в категории фитнес юниорки. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. Поразил просто твой танец, скорость, это невероятно. Кто вообще придумал все? В целом я все придумываю, музыку, образ, костюм. Но есть люди, которые помогают, хореограф. Но как бы идея, все мое, я вкладываю всю душу, всю себя, прямо полностью отдаюсь, потому что я хочу выходить всегда с крутой программой, чтобы это не было что-то там недоделанное, чтобы было все четко, круто, и чтобы я кайфовала. Когда все мне нравится, я просто кайфую. Сегодня я выступила, я прокайфовала. Наверное, это то, ради чего я выступаю. А сколько тебе лет и сколько ты занимаешься этим видом спорта? Мне 22 года. Я занималась 15 лет спортивной аэробикой. Потом я пошла в тренажерный зал, там прозанималась год и начала выступать уже по фитнесу. На чемпионате России я уже в третий раз. Я двукратная чемпионка России, вот сейчас третий раз. Надеюсь, что будет тоже успешно.